Именно с вот этого надземного пешеходного перехода, расположенного в районе остановки Некрасовская, шквалистый ветер сорвал рекламную растяжку. И это только начало бушующей стихии. На этой неделе на Приморский край обрушился мощный циклон, который принес дожди и сильный ветер. Спасатели рекомендовали жителям не покидать пределы населенных пунктов, а во Владивостоке небольшой дождь с порывистым ветром пошалил слегка, сорвав с надземного пешеходного перехода на Некрасовской рекламную растяжку. Та мгновенно оказалась под колесами у автомобилистов. Пока ни одна машина в нее не укуталась, бдительные водители убрали ее с проезжей части, оттащили к леерам. Позже приехали специалисты на автовышке, с трудом свернули в рулон многометровую растяжку, а потом взгромоздили на автовышку. Чтобы рулон не выпал по дороге, один из специалистов уселся сверху на груз, помещенный в так называемый кузов спецтехники.